Здравствуйте, вы смотрите «Вести утро» Кабардино-Балкария в студии Зульфира Геляхова. Продолжается строительство Зарагишской ГЭС. Немалая часть работ уже завершена. Объект планируют ввести в строй в будущем году. Это позволит существенно снизить энергодефицит в республике. С высоты птичьего полета стройка сейчас напоминает бурлящий улей. Тяжелые белазы и камазы снуют по участкам, отсыпая в день сотни тонн грунта, который следом равняет бульдозер. Неподалеку рабочие заливают бетон на канале холостого водосброса. Раньше это делали по старинке при помощи бодьи. Теперь современный бетононасос сокращает время работы примерно в 6 раз. Параллельно ведется монтаж напорного трубопровода. Это один из самых сложных участков. Сварщикам ошибаться нельзя, швы должны быть ровными и прочными, ведь вода по огромным трубам будет идти под очень высоким давлением. Все земляные работы, а также большую часть бетонных, планируется завершить до конца года. А вот котлован напорного бассейна уже полностью готов. Начаты буровзрывные работы в том месте, где будет расположено здание ГЭС. Подходит к финалу возведение деривационного канала длиной более 3 километров. Особенность Зарагишской станции – отсутствие головного узла, что удешевляет проект и исключает затопление близлежащих земель. Она является третьей ступенью Нижнечерекского каскада и будет использовать уже отработанную воду из отводящего канала Аушигерской ГЭС. Неработающие граждане могут лишиться права на бесплатную медицину, причем уже в 2015 году, сообщает «Российская газета». Реформу планирует провести Министерство финансов. В документах, опубликованных на сайте ведомства, сказано, что изменения не затронут детей, пенсионеров и безработных, стоящих на учете в центрах занятости. А вот, к примеру, домохозяйки, незарегистрированные частники и фрилансеры должны будут ежегодно делать определенный взнос по 18% от той суммы, которая выделяется на медобслуживание гражданина из регионального бюджета. По нынешним оценкам, это примерно 3500 рублей. Схема взимания этих денег пока неизвестна. По данным статистики, доплачивать за обязательную медпомощь придется примерно 43 миллионам россиян. В Нальчике на дорогах с односторонним движением по полосе, выделенной для общественного транспорта, может передвигаться и легковое такси, сообщает СК Ньюс. Сайт ссылается на уточнение ГИБДД. Согласно ему, легковым такси является автомобиль для перевозки людей и багажа с оплатой по тарифу, оборудованный специальными опознавательными знаками и счетчиком. То есть авто с характерными шашечками могут передвигаться по выделенной полосе, причем вне зависимости от того, есть ли в салоне пассажир. Напомню, одностороннее движение в столице Кабардино-Балкарии было введено на улицах Кишокова и Ногмова в конце июня. Нальчикский «Спартак» продолжает подготовку к новому футбольному сезону. Очередной контрольный матч он провел на своем поле с «Ангуштом» из Назрани. Ингушская команда в прошлом сезоне выбыла из футбольной национальной лиги и спустилась во второй дивизион, так же, как и «Спартак». Нальчане счет открыли уже в начале встречи. Отличился капитан команды Амир Бажев. После забитого гола игра в основном проходила в середине поля. На исходе первого получаса матча гостям удалось сравнять счет 1-1. Первый тайм так и завершился с ничейным результатом. После перерыва главный тренер красно-белых Хасанби Биджиев произвел замены. У «Ангушта» на поле также вышли новые игроки. Во второй 45-минутке гости активизировались и забили еще один гол. Несмотря на все усилия, нальчанам изменить результат матча так и не удалось. 2-1 в пользу гостей. Напомню, ранее спартаковцы провели 4 контрольных матча, в которых одержали победу над Пятигорским «Машуком», Армавирским «Торпедо», Грозненским «Териком-2» и Владикавказской «Аланией». МЧС предупреждает, сегодня местами по республике ожидаются сильные грозовые дожди, возможен град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Чрезвычайные ситуации возможны не выше муниципального уровня. Не исключено подтопление домов, находящихся в низинной местности, повреждение строений, повал деревьев. Ведомство рекомендует быть предельно внимательным при дорожном движении, соблюдать осторожность при нахождении на улице, в частности, не стоять под рекламными щитами. Номера телефонов спасательных служб вы видите на своих экранах. На этом наш выпуск завершен. До встречи в следующем часе. Здравствуйте, вы смотрите «Вести утро» Кабардино-Балкария в студии Зульфира Геляхова.
Продолжается строительство Зарагишской ГЭС. Немалая часть работ уже завершена. Объект планируют ввести в строй в будущем году. Это позволит существенно снизить энергодефицит в республике. С высоты птичьего полета стройка сейчас напоминает бурлящий улей. Тяжелые белазы и КАМАЗы снуют по участкам, отсыпая в день сотни тонн грунта, который следом равняет бульдозер. Неподалеку рабочие заливают бетон на канале холостого водосброса. Раньше это делали по старинке при помощи бодьи. Теперь современный бетононасос сокращает время работы примерно в 6 раз. Параллельно ведется монтаж напорного трубопровода. Это один из самых сложных участков. Сварщикам ошибаться нельзя, швы должны быть ровными и прочными, ведь вода по огромным трубам будет идти под очень высоким давлением. Все земляные работы, а также большую часть бетонных, планируется завершить до конца года. А вот котлован напорного бассейна уже полностью готов. Начаты буровзрывные работы в том месте, где будет расположено здание ГЭС. Подходит к финалу возведение деривационного канала длиной более 3 километров. Особенность Зарагишской станции – отсутствие головного узла, что удешевляет проект и исключает затопление близлежащих земель. Она является третьей ступенью Нижнечерекского каскада и будет использовать уже отработанную воду из отводящего канала Аушигерской ГЭС. Неработающие граждане могут лишиться права на бесплатную медицину, причем уже в 2015 году, сообщает «Российская газета». Реформу планирует провести Министерство финансов. В документах, опубликованных на сайте ведомства, сказано, что изменения не затронут детей, пенсионеров и безработных, стоящих на учете в центрах занятости. А вот, к примеру, домохозяйки, незарегистрированные частники и фрилансеры должны будут ежегодно делать определенный взнос по 18% от той суммы, которая выделяется на медобслуживание гражданина из регионального бюджета. По нынешним оценкам, это примерно 3500 рублей. Схема взимания этих денег пока неизвестна. По данным статистики, доплачивать за обязательную медпомощь придется примерно 43 миллионам россиян. В Нальчике на дорогах с односторонним движением по полосе, выделенной для общественного транспорта, может передвигаться и легковое такси, сообщает СК News. Сайт ссылается на уточнение ГИБДД. Согласно ему, легковым такси является автомобиль для перевозки людей и багажа с оплатой по тарифу, оборудованный специальными опознавательными знаками и счетчиком. То есть авто с характерными шашечками могут передвигаться по выделенной полосе, причем вне зависимости от того, есть ли в салоне пассажир. Напомню, одностороннее движение в столице Кабардино-Балкарии было введено на улицах Кишокова и Ногмова в конце июня. Нальчикский «Спартак» продолжает подготовку к новому футбольному сезону. Очередной контрольный матч он провел на своем поле с «Ангуштом» из Назрани. Ингушская команда в прошлом сезоне выбыла из футбольной национальной лиги и спустилась во второй дивизион, так же, как и «Спартак». Нальчане счет открыли уже в начале встречи. Отличился капитан команды Амир Бажев. После забитого гола игра в основном проходила в середине поля. На исходе первого получаса матча гостям удалось сравнять счет 1-1. Первый тайм так и завершился с ничейным результатом. После перерыва главный тренер красно-белых Хасанби Биджиев произвел замены. У «Ангушта» на поле также вышли новые игроки. Во второй 45-минутке гости активизировались и забили еще один гол. Несмотря на все усилия, нальчанам изменить результат матча так и не удалось. 2-1 в пользу гостей. Напомню, ранее спартаковцы провели 4 контрольных матча, в которых одержали победу над Пятигорским «Машуком», Армавирским «Торпедо», Грозненским «Териком-2» и Владикавказской «Аланией». МЧС предупреждает, сегодня местами по республике ожидаются сильные грозовые дожди, возможен град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Чрезвычайные ситуации возможны не выше муниципального уровня. Не исключено подтопление домов, находящихся в низинной местности, повреждение строений, повал деревьев. Ведомство рекомендует быть предельно внимательным при дорожном движении, соблюдать осторожность при нахождении на улице, в частности, не стоять под рекламными щитами. Номера телефонов спасательных служб вы видите на своих экранах. Это была последняя информация выпуска. На этом я прощаюсь. Удачного дня!